Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Генри, и добро пожаловать в новый ролик. Как вы, наверное, поняли по названию ролика, сегодня мы поговорим о такой теме, как новогодняя обнова, что добавят разработчики, какие скины, подарки будут добавлены в игру и так далее, поэтому досмотрите этот ролик до конца. Также, наверное, вы заметили, что я выпускаю ролики чаще. Моя цель сейчас добить 5к подписчиков до конца нового года. Пожалуйста, помогите мне в этом. Мы все-таки сможем это сделать, если вы поможете мне. Я сделаю мега-конкурс, знак благодарности. Поэтому подпишитесь на канал, нажимайте на колокольчик, поставьте лайк. Итак, погнали. Короче, сегодня 22 декабря, на момент записи ролика. И до Нового года у нас осталось буквально 9 дней, и разработчики просто обязаны выпускать новогодное обновление. Я на 100% уверен, что они все-таки выпустят обновление, потому что игра в этом году очень сильно хайпанула, она просто стрельнула в космос, можно сказать так. Поэтому разработчики всячески попытаются удерживать игроков. Если честно, сейчас игра поднадоела, не как раньше, поэтому... Они скоро выпустят обновление, возможно, будет даже новые режимы и так далее. Вы помните, что в Хэллоуине был некий маленький ивент. Вот сейчас я вам покажу картинку. И там были какие-то декорации и так далее, но это Новый год, и это будет масштабно, более чем масштабно, чем это. Я зашел в Reddit, поискал там по поводу обновлений и нашел концепты. Сейчас первая картинка. Это, возможно, официальная картинка, слитая, я не знаю, потому что все сделано очень качественно. Здесь мы видим елочку, дом, снежки, также шляпы, декорации. Короче, все по Новому году. Также вот такой вот концепт оленя. Персонажа, наверное, это будет. Тут написано Санта. Дальше. Тут у меня есть скрин из игры, где тут всякие шляпочки. Хорошо. Вот так вот. Это поближе, короче, все тут видно. Также я зашел на официальный твиттер разработчиков Among Us, чтобы увидеть посты про Новый год, что там они планируют и так далее, хотел узнать, но сейчас нашел пару постов, и сейчас вам попытаюсь переводить это. Тут написано: мы сказали вам, что мы усердно работали над нашим списком задач. Это было перед Новым годом, они поставили список задач, и это это, можно сказать, заявление уже, что будет обновление. Итак, следующий пост. Пост был опубликован 19 декабря, то есть пару дней назад. Тут написано: счастливых праздников. После сегодняшнего дня команда отправится на каникулы, чтобы немного отдохнуть. Удачнее и веселых каникул, даже для импостера. Тут написано вот так. То есть мы поняли, что они перед Новым годом поставили список задач, и они благополучно это сделали. И можешь спокойно теперь отдыхать, разработчики. Ребятки, серьезно, я вам говорю, 100% будет обновление, и мы увидим обязательно ивент в игре. В игре будет обязательно новогоднее настроение, много снега, гирлянды, елки, скины, какие-то питомцы, не знаю, будет, все это будет обязательно просто. И мы все будем играть в ночь Нового года в эту игру. Также разработчики еще обещали, что в 2021 году будет просто разрыв, и эта игра просто будет развиваться дальше и так далее. Держим кулачки и подписываемся на мой канал. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Вроде еще никто не снял об этом ролик. Я самый первый, поэтому подпишитесь, здесь будут все самые свежие новости. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажимайте на колокольчик, удачи!